осел и волк. Осел пасся на лугу и вдруг увидел, что на него бежит волк. Осел притворился, что хромает, а когда волк приблизился и спросил, почему это он хромает, осел ответил, скакал через плетень и занозился колючкой. И попросил волка сперва вытащить колючку, а потом уж его съесть, чтобы не уколоться. Поверил волк, задрал осел ногу и стал волк старательно разглядывать его копыта. А осел, как ударил его копытом прямо в пасть, так и вышиб ему все зубы. Мучаясь от боли, промолвил волк, по делам мне, отец меня вырастил мясником, не к лицу мне делаться лекарем. Так и люди, которые берутся за несвойственное им занятие, по делам попадают в беду.